В Самаре проходит международная конференция, посвященная ресоциализации бывших осужденных. В колониях региона сегодня отбывает наказание 9800 человек. Работой обеспечены 27% из них. Участники конференции предлагают увеличить долю занятых. Это поможет осужденным сохранить трудовые навыки и быстро адаптироваться к жизни в обществе после освобождения. Рассматривается и ряд инициатив по предупреждению повторных преступлений со стороны граждан, отбывших наказание.